Ну вот уже прошло минут 5, и дождь закончился. И все хорошо. Сейчас будет, наверное, небо опять чистое. Вот там просветление. Там тоже. Вот еще тучка вот эта висит. Из нее лил такой ливень. Все. Кому интересно, смотрите на моем канале видео про то, что почему я была в Сочи и почему я уже в Костроме. Что я там делала. Я там прожила 4 месяца, где я работала и почему пришлось вернуться. Этому будет посвящен отдельный ролик. Может, даже не один. Все, всем пока-пока.